Каста, какой у тебя ивент, скажи мне сейчас? Встреча с темной личностью, чемпион рыцарского турнира, страдания купцов, жаб. С рекрутами, жесткость наемников, пограничный конфликт, блокада. 7 ивентов. Жесть какая-то, ребята. У меня тоже 7 ивентов, 4 на минус стабильность. Я сейчас всех перетаскиваю по комнатам. Как у тебя может действовать ивент блокады, если сам ты ни с кем не воюешь? Жду. Кого перетаскиваешь? Я же говорю, их потерял. Это последствия. Да заткнитесь вы потом, подождите. Сета перетаскиваю, Торна перетаскиваю, да? Меня тоже. Сет какой-то психованный, надо спокойно играть в Европу. Как да. Можно спокойно играть в Европу? Мамелюк отсюда, мамелюк выгоняй. Витя, тогда я буду просить тебя постоянно заходить ко мне во Францию и говорить, я их всех ненавижу, я их ненавижу. И Португалию под одну лодку, тоже брысь. Португалию... О, война за кастильское наследство. Ну все, Ларандикуса давай отсюда. Не, да, Ларандикус тоже брысь отсюда. Ну все, здесь... Кто еще у вас? Эфиопа? Не, все. Эфиопию можно тоже отсюда. Это Китай вообще там выгнали. Это Китай, да. Ну давайте. Ну а что он тут делает? Китай, что ты тут делаешь? Я не знаю. Илья, что ты тут делаешь? Ему некуда идти. Я заблудился. Ну пусть. Да пусть сидит, нам не жалко. Французы, ты объявляешь войну? Все, да, вас устраивает такая состав комнаты, я сейчас буду смотреть за костями. Вашу что? Машу, с какого хрена Милану отдали часть Неаполя, Австрии? Что это такое? Так ты... я и говорил это об этом. Это были старые, когда еще... Я только... Да, это давно было. Давным-давно. Блин, я за Неаполем не следил. Милан потому надо что наказать. Надо следить. Причем француз, я не готов к войне. Сказал, что он с османами еще до партии. Австрия все равно ему все дала. Значит, я тогда отходил, точно. Упс. Я не мог такое пропустить. Ладно. Пофиг. Ну чё, Костя, тащи. Да, всё нормально. Забыл всем про привет, этих ребят. Как всегда туплю. Стараться отлучить от церкви папу римского. Итак, начнём. Стабильность выше лярма. Так, Австрия, у тебя есть день брак с Миланом? Австрия. Да. Есть день брак с Миланом? А не республика? А, тогда расторгай союз наш, вообще. Оу, Кастили траблы. Не-не, он может еще скоро вернуться. Но будем следить. Да? Смотреть. Дипломаты пока клеймят, так что пока не могу. Франция. Да, что? Я надо пойду побыстрее с тефтонами заканчивать. Меня реформу не провел. Хозяин, давай кушать Прованс. А, блин. Он, видно, вкусный. Сейчас, сейчас. Так ты сказал, я б тебя не знал. Чего был? Перебрось, пожалуйста, Эфиопа, не знаю, в Азию, что ли. А чем тебе Эфиоп в Азии? Зачем? Ну почему он там? Я про мин. Я приду к вам. С ним поговорить. С каких пор ты говоришь? А, хорошо, для переговоров, ладно. Так, так что Азию, да? Все время эти штуки путаю. Франция будет долететь? Да, Китай, да? Если хочешь, сходи в Азию к Сету, а, переговорите. Да. Вместе. 20. Ну, тебе давай. По факту нужны армии размером 20. Все, иду. Блин, горные мужчины, мы же. Ну ладно, 15. Мать, Джонни, что ты делаешь? Ну ты сам виноват. Ублюдок, давай тащи. Ой, да, ой. Ну вы выигрываете, вам повезло. Нет, у меня просто генерал. Ребятки, чуть-чуть благороднее, пожалуйста. Тон общения. Пожалуйста, по-французски. Так не само благородство. Напали в горы, и вместо криков и истерик все так человечески. Горные, да, кавказцы. Франция, прошу по-французски общаться. По-французски? Ну, увы. Увы и ах. Французский знаю, пока французский. Мне не дан. Богом. Или кто там есть. Моему или, языку. Или, его, или если его давай, нет. Давай, ловим, не убегает. Повезло хотя бы я по военке, но ты так не туда идешь впереди. Шотаем, шотаем, давай. Шотай этого скота. Поздравляю. Можешь отправить врагун пока войска, я с этими дворянами. Так, ну я думаю, вы вдвоем разберетесь, если я не буду следить, с вами ничего страшного не случится. Давайте. Из вас тут еще Польша есть, кто парочку воюет, давайте посмотрим на ее успехи. Да, Польша уже все завоевала. Красавчик. Не было вроде столько провинций у Швеции. Чё, опять появились? Она вообще офигела. Тут едет или нет?
сейчас в 75-м году с ее выносим. А перемирие у тебя заканчивается, что ли? Да. Не у меня, а у Немо. А чем тебе светит чужеземный наследник? Ничем. У меня с ним будет общая династия. Ага. Хорошо. Там у Сауди не претенденты. У меня задание. Немо тут еще. Давайте посмотрим Немо. Теперь меня прям обделяют внимание. Ой, видишь? У меня регенский совет. Я в кои веки не могу воевать. Ну, Немо на четвертом месте. Молодец. Какой молодец. Фух, да, так, проблемка. Так, подождите. Сейчас, скорее всего, перезаходить будем. Нас рассинхрону. Ларандикуса. Астрахань, сарай. Ой. Почему я не вижу рассинхрона? У него все нормально. А, он мир объявил, да? Ай-яй-яй-яй-яй, Француз, ну что, начинаем ивента. Войну? Ты из-за тебя мы перезаходили, какие могут быть ивенты у тебя? Погодь. Во-первых, в этой войне должен быть лидером я. Ну. А во-вторых, у меня еще параллельно война идет. Подождите, может, их раскидайте по каналам? Да, раскидайте по своим каналам и секреты не выдавайте. А потом будете говорить Джаба Свила, хотя сами рассказали больше своих противников. Паузу. Держи. Жаба, кстати, целую неделю ни с кем не общался, специально. Астрахань, сарай, терек. Дрожайший, которые в итоге оказались совсем другими вещами. Это кара. Вы друг друга удивили. Я вообще удивился. Ты насчет Португалии? Да я и насчет османов, и Португалии, и Марокко, и Швеции, и всего. Это, наверное, самая интересная игра. А насчет меня какие там были? Не, пока что петушиной войны нету. Да тут, знаешь, тут просто такие эти... Ух ты! Маневры! Так, да, никого не нападает. Давай, я через... покидайте. Вы знаете, я постоянно, когда я мирюсь не на паузу. Стоило мне один раз нажать паузу, начинать. Мы держим сейчас паузу. Это Англия, пошли в наш канал. Да, Англия, иди в свой канал, и все остальные идите в свой канал. Да, Англия, брысь отсюда, предатель! Так, Маджар. Вот он. Шума, вот она. Это был лор? Да. Улик, вот он. И Канадей, вот он. Закиньте! Он очень жестко с разговором. Это чьё? Это у Ларандикуса такой, кого-то он там... Виктор! Ларандикус не тут. Выгоните отсюда Ларандикуса! Вообще, вы забаньте его, на. Перекинуть тебя? Хорошо. Тебе понятно, что он молчит. Лора, наверное, в мусульману. Виктор! Так, где тут Португалия? Португалии тут нету, не вижу. Mm. Мамелюки, мусульманам. В принципе, начнем войну. Не важно. Сразу после идей. Морга, я сейчас не могу воевать. Ну, я стесняюсь. И захватываем. Торн, к мусульманам. Я сижу спокойно. У аннексии вассалов. Марокко, к мусульманам. Подводная лодка, к мусульманам. Ой, к англичанам. Мусульман, действительно. А меня к полякам пока что. Так, кто тут еще лишний? Польша, Австрия свои, Мэтт свои. Не понял. Бургундия свои, Космы. Пока так, что свои. Шайся, ни пока на кого пока не нападай свои. Второй войной, закончи первый. Можно понять, кто с кем, как, если вы посмотрите, кто с кем тусуется. Стоп. Но то, что больше никаких войн. Там да я вижу, успокойся. Стоп, Жаба, да, перекинь мне, пожалуйста, к мусульманам. Ай, да кто? Понимаешь, сейчас Милан вступит в коалицию, нападет и призовет османов. Да, да. Храмы. А мы запрещали вроде сюда? Возглавить коалиции, или мы да. Этот вопрос нет, не решили? Запрещали. А, не запрещали, не помню точно. Мы не запрещали. Так, жаба не помнит свои же делаю правила. Его вассалом. Когда надо, вспоминаю. Захватываю. Крестные катки мы почти что засоюзились с Бенгалией. Нельзя. Хотя союзы были запрещены. Да. Жаба даже 20-ку. Вот падла. Не было такого. 16-й. Да ну и что? Сейчас я опять музыку включу. Нельзя. Так. Это оставим.
А что тебе надо, чтобы это событие твое суперское убрать? Ну, типа, большую стабильность. Стабильность выше или равную 2, но это не скоро тебе. Чисто правительство. У меня новость. Что случилось? Милан решил сам со мной разорвать союз. Ну, отлично. Ну, Англия. Давай. Ну, то есть они готовятся. Так, ну, Австрии я хочу сказать так. Мудрее выбирай уже себе напали союзников. Жаб, на... если тебе не трудно, глянь моего генерала. Ну, она... жесть. Генерал Московии 454, трехзвездочный, приветствую тебя. Нет. Да боже, нет. Боже, спасибо. А сколько ему лет твоему генералу? Ну, а что мне еще делать? Ты знаешь, где это вообще смотреть? Потому что он тебя как своего еще не поставил. А как действительно смотреть возраст генерала? Ты можешь потребовать сепаратку, так что либо ты воюй, потому что я не могу до Венгрии прийти. Вот ты можешь напасть на Османа. Он мне стоил 25 престижа и 25 легитимности. Я могу, если Франция нападет, да. Победители рыцарского турнира. Ну, Милан мы быстро бахнем. Супер. Ну, если Милан куда-то нападет, я бы на его месте вообще что-то не... Либо просто для красивой игры. Ну, паузу. А Франция не может вступить коалицию против Милана? Нет. 10-3. Будь здоров. 9-5. Жаба, 7. Нам тут какой-то Дмитрий присоединился левый. Ну, ты знаешь, что с ним сделать. Хорошо, сейчас. А как он зашел? Пароль, он типа бог админ. О, круто. Давайте снижать автономию. О, всё. Теперь и на это... На технологию. Народ. Что? А тут такая тишина благо бывает, да. Сразу все было. Что? Потом гараж. Все. В центре Москвы. Правителю 71 год. О, кстати, ребята, продам Москву. 71 год. Это правитель Франции. Регенский совет хорош. Ребята, это правитель дефолт. Осман напал. Слышь, пацаны, осман напал. Лучше наследника. Мы знаем, Франция... Ну, я знаю. ...претензию на Милан. Угу. Ну, а Милан не присоединился, значит, все нормально. Нет, мы нападем на Милан, пусть осман тратит престиж. Либо вынесем Милан. А кто нападет? Мы просто за Венгрию не можем вступиться никак. Окей. Так, я увожу свои войска из Кашмира. Нет соперников. Это долгая очень осада. Слышь, что говорит Баста? Я. Ну, я увожу войска из Кастилии. Сейчас, подожди. Я смею, что Франция, давай, пока клепаешь претензии, Кастилию отбейте там. Он тоже убил. Ну, да. Француз, это, Папа Римский, может, это, южной провинции, это... Хорошо. Прованса забрать. Блин. Удержимся таким образом. Папа Римский, пусть забирает, потом с Папой Римским разберемся. Есть еще вариант, я могу на Милан напасть. У меня есть претензии. Австрия. На Милан? Да, у меня есть претензии. Ладно, кидай союз Франции. Так у них же вроде есть. Нет, у них разорвали. Франция лучше с австрийской отношениями. Австрия меня тоже. Австрия меня тоже войну подчай. Хорошо, кто есть у нас? Бургундия. Франция, ты если дай Немо, пойдешь против тех? Против османов? Против османов? Не, у нас нейтралитет.
Слышь, ну чё вы 40 тысяч держите в одной провинции? Они уже у вас мэнпауэр. Франция, можешь уводить войска. Франция, уводи, пожалуйста. А, да, да. Франция, не знаю. Ну, тогда с Новгородом война отложится. С Москвой будешь, нет? Нет же, сказали. Нет. А Польша будет? Польша будет. Португалия. Португалия стал папой. Это плохо. Ёж вашу ж. И теперь он будет мстить. Я не могу, у нас отношения отрицать. Ну, ничего, тогда отношения сначала. Ну, он может максимум Москву вот на Москву кинуть там крестовый поход, там что-то такое. Нет, он отлучить может. А кого? Нет, у нас хорошие отношения с батей. У нас с батей вообще у всех хорошие отношения. Люди, чем быстрее вы улучшите отношения, тем быстрее мы начнем войну. Так что давайте. Вообще-то у нас пауза стоит, если что. Я тоже улучшаю. Так, ясненько. Жаба не здесь? Нет, его здесь нет. Сорян. А кто паузу поставил? А, сейчас, я... Все, можете статью от... User left your channel. Красавец. А в стрел, у тебя какая претензия на... У меня кончилось. У меня было на... На фриу? Нет, в Швейцарии. А давай на фриулю вот это. Сейчас начну делать. Делай. Как раз улучшить отношения, наконец. Я говорю, так, нахрена ты тратишь я влияние лучше. На папу? Хотя нет. 4, 3, 5. Это, на самом деле, даже лучше. Если ты станешь этим... контролировать Святейший Престол, я тебе скажу, что делать, в всякий случай. Ага. Ну, там, слушай, как вы думаете, отлучить? Храм построить или казармы? А храм строить. Чего тебе... Немо, я все еще по поводу твоего призыва. За две провинции, вот эти, ливонские, ты привёшь войну против османов? Нет, это мало. За три, включая границы Польши. Я больше на этом потеряю. Ну, типа, ты получишь ещё территорию османов. Нет, ты можешь прийти в войну и не воевать. Твои вассалы повоюют, ты можешь сидеть у себя. Мне вассалы нужны восстания давить. Но... Ладно. Ой-ой. А рекруты у меня только-только появились. Хорошо, тогда улучшайте странцы отношения. Порта, похоже, сняла отлучение с Милана. Да, сняла. И с Англии. Она еще не заменяет друг друга. А? Они не могут два отлучения быть одновременно. А, или значит они все со смертью папы отменились. Я просто не помню уже. С Англии тоже отлучение ушло. Так, у Австрии плюс 40, Франции, у Франции плюс 60. Все, мы уже заключили. Мы заключили. Заключили. Так, все отлично. О, анжуйское наследство. Претензии тогда фабрикую и нападаем. А Кастилья, ты присоединяешься же, да? Конечно, приглашать. Поучаствую хоть немножко. Я буду просто вот так вот существовать в этой войне. Что, начинаем? Эй, здорово. Ты кто? Кто это? Ну, кто это? Какой-то человек. Лишний. Видимо, человек. Он мыслит и умеет говорить, значит, это человек. Я мыслю, следовательно, существую. Декарт. А, это... Астрия, сколько тебе осталось там на фабрикацию? Сколько ты процентов? Я только что начал. У меня только 20. А, ну ты, слышишь, скажешь, когда будет процентов 80, чтобы поднять содержание армии? Ну хорошо. Ну там Франция быстрее, наверное, сделает. А мы со всех сторон, как это, как... Шакалы. Как комары. Как комары. Как шакалы. Комары. Да. Oh.
Охо-хо. Никто не учитывает коалицию. А. Нет, нет, нет. Моя коалиция не придет. Настолько она плохая. Слава богу, против меня коалиции больше нету. User was moved out of your channel. Можешь молиться своим ложным богам. Мне с маной белой мир кидают, не знаю. Тебе не принимай, будем выносить милам. Если ты примешь, тогда уже нарушение будет. Да. Подожди, пока. Кстати, если ты нападешь на Милан, то Осман не присоединится в эту войну. Пусть Франция нападает. Ага. Франция может могет на Милан. А просто да, если ты нападешь, да, 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 с Османом, он не придет. Да, он прав. Я же уже воюю с Османом. Да, француз фабрикует претензии на Милан. Так нет, у меня коалиция. Она вступит. А, вступит, да, вступится. Коалиция? А что там слишком большая коалиция? Пять человек. Нет, там не серьезно. Собой не войдет, то она боится с вами. Давайте. Швейцария 5000. Да нет, это хрена, не коалиция. Ну да. Разобьет. Я их вот нападай, пока Австрию не вычистили. А, 97%. Национальные беспорядки на доход. Национальные беспорядки на эффективность миссионеров. Австрия, не ходи туда, в Венгрию. Сейчас. Я не стой хожу. Где-нибудь так, чтобы... Ну, вот здесь, где ты стоишь, там и стой, не надо лезть. Османской империи галочку ставить? Админки 10, админки 8. Мы не будем ее союзить. Админки 8. Я не то нажал. Я случайно, я кликал по провинции, тут вы призываете. Хоть вы предупредили, ну блин. Ай, блин, Франции на союзе нет. Я тебя кинул, принимай и призывай меня. А нужно ли мне это? Француз, я пойду разберусь с Флоренцией и Урбино. Давай. Австрию можешь призвать? Призывай Австрию. Наверное, нет. Австрию, да. И чё вы... Подождём восьмых технологий. По окончании войны. 76-й июля. Я случайно, я нажимаю на провинцию, тут вы сразу призываете войну. Пауза стоит? Неужто Австрия отказалась? Я случайно, я просто... Не, реально, ребята, я с вами, я воюю уже с османами. О, с собой двинулась, знаете, на Австрию. Главное Австрии ловить в горах Осман. Осман не пришел, все равно. Ну все, да, давим, как этот, как, не знаю, нет, как что. Нет, Австрия, ты должна параллельно войну объявить, чтобы счет она больше было. Не кому? Надо параллельно. Где там мои вассальчики? Бегут? Так, посмотрим, какой мне генерал будет. Со мной меры как-то заключили эти. И как мы будем выбелить Милан, если у меня... Осман вышел из войны. Австрия, нападай на Милан. Слышите, что говорю? А как мы будем пилить Милан, фармится. Если у меня такая агрессивка? Отдадим все Австрии? Так, ничего мы не будем. Мы расчленим его на эти... На мелкие княжества. Отдайте провинции, во-первых, Неаполь. Да. Вернем провинции, да. Неаполю. Ну, может, Австрии их вернем, если у нее коалиция нормальная. Можно Австрии вот... Кстати, они национальные? Нет, они не национальные. Их выдало... Так, я пойду помогу в Бурге. Он вообще бежит оттуда, армии. Минус 5. Получается, их можно... Почему мне нужен фокус на админке? Наверное, все-таки. Да, Франции сейчас не надо. А, точно. Никому не надо. Австрия их возвращает тогда. Австрия возьмет две пробки, все остальное расчленит. Вот армия Милана бежит. Армия Милана бежит, давай перехватывать надо. Шотайте. Австрия тоже веди туда. Претензии есть. Куда? О, ничего себе, мир с Венгрией. Загреб вот туда вниз иди. И 30 тысяч. Наследник зашел на престол. Османы заключили мир. Да, Османы заключили мир. Ничего не взяли. И зачем, интересно? Потому что они не хотят воевать. Со всеми. Ясно.
А сейчас они за Милан ступятся, короче. Ну, скорее всего, наверное, что-то. Они так Венгрию вывели и под других союзников Венгрию звали. Венгрия возвращается в войну. А кто этот паузу поставил? Милан поставил. Он сейчас, видимо, базарит с османами, чтобы они пришли. Пока смотрим на этих. Ты Австрии видишь, где будет, туда веди. А с Миланом? Да, так он меня не разбил вообще. Он дерзкий, не генерал там. А, он на шестый. У меня правитель, вы в курсе, с 1444 года, тот самый первый. Тот самый. Еще не менялся, ему 70 лет было. Но он как по статам, хороший или так себе? Какой? Сейчас так себе. 4-2-4. И при условии, что по дивке я постоянно проседаю из-за постоянных этих... 4-2-4 это хороший. Ну да, такой вот хороший. Сходим от границ османов, чтобы они, если нападут, не попасть под удар. И все распиливаем. Осман, я думаю, даже если захочет вступиться, то не успеет, чисто физически. Мы успеем убрать. Опа-на! Куда Милан вступает? В Рубина? И... Ну-ка, смогу его? Тебя сейчас будут бить, похоже. А, нет, где он Милан? Отступает. Куда на он свои делает? Неаполитанские территории. Да, о, господи. А вы с Папской областью тоже воюете, а в Турбине как? Папская область атакует Прованс, ребятки. Да пусть атакует, господи. Мы все равно сейчас Прованс не захватим, Франция его не переварит. Польша, Бургундия, Австрия, Кастилия. Франция, не... Ребята, вам не страшно в пятером бедняжку Милан пилить? Я просто за компанию. Он предал нас, подло, по-крысиному. Его кормили, а он кинулся в Тасман. А как он предал? Ему Австрия отдала 8 провок, а он пошел в союз с Тасманом. Ну, может, он пошел в союз с Османом, потому что вы его пилить решили? Нет, сначала он ушел, а потом мы его начали. Он уже был в союзе, я ему говорил, что ты творишь, а он пофиг. О, Польша. Да, что? Война. А, кстати, да, у меня Гигинский совет. О, на меня напали. Да, да. Кстати, присоединяемся, давай. А в Испании... Я призываю всякого могу. На кого напали? Швеция сейчас, тут еще Швеция сейчас. Да, Швеция. Я понял. Это что, у нас Первая мировая война сейчас начинается? Видимо, да. Швеция вступила со стороны османов? Да, Швеция в союз с османами, да. Поляк, ну ты зови всех подряд. Я позвал вроде бы. Ну кого ты позвал? Австрия, так, защитная Франция, война, он всех призывает. Бедняжка швед, у него 4 войны. Англия. Смотрим, Англия сейчас все войнет. Кстати, Московия, у тебя кончилась перемирие? Что, Англия тоже вступила. Может, сейчас Англия вступится, ребятки. Ну, я не хочу воевать, у меня все еще слабая экономика и только 2000 рекрутов. Я отстаю по всем технологиям. Бон, 60 тысяч османов. Ну, ой, сейчас выпилим вот эти вот итальянские, а потом займемся османами. Поляк, это... меня еще позови в войну. А ты кто? Я Бургундия. А, кинь мне союз, я тебя позову. Я не могу союз кинуть, у меня оба дипломат заняты аннексацией. Так, ладно, сейчас. Ну, сейчас пауза кончится. Итак, у нас суммарно 220 тысяч. 180. По-моему, ну, смотря в какой войне. С османами. С османами жалко поменьше. И еще плюс 30 моих. 250 тысяч. Не серьезно надеяться выкать. Блин, ребят, сейчас на север Франции, походу, высадится. Ну, кстати, Англия вступила в войну. Да, Англия вступила в войну. Так что прячем все свои флоты.
Что прячем флоты? Давай-ка, Кастилия, помогай. Чё, я? У меня вообще восстание сейчас будут полные. А, у тебя все еще война за испанское наследство? За кастильское наследство. Ну, если бы ты собрал к этому времени Испанию, то это исторически война за испанское наследство. Была такая. Mm-hmm. Надо. Венгрия за нас что-то. Надо это колебать, война с Миланом, это... потому что я тут... Так, на одной стороне глобальной войны я уже побывал, иду на вторую сторону смотреть, что происходит. Ну вообще, сколько так, мне, кстати... Вить, запоминай. Вить, сами крысы. В 1474 году началась Первая мировая война. Что ребят, случилось? Перезаходим. Лорандикус забугуртил и ливнул из игры. А почему ты Ну, а почему перезаходим? Значит, это не повлияет на игру никогда. Продолжаем. Да. Пусть сохранит на всякий случай. И потом... Пусть сохранит, даже мы продолжаем без него. Да. Но если у Лорандикуса скилл в голове не играет, это его проблемы. Так, все, выпилим его, разделим. Вот Милан. Так, подождите, жаба не у вас? Все, ухожу. Жаба не у нас. Влад, привет, пошли на... Блин, Влада не успел перехватить. Так, а где все польские войска? Польские войска... Можно я знаю, что они такие... У нас, короче, тут вообще все... Так, военные очки, традиция, или стабильность, престиж... Продолжаем. А, нет, у нас не военки. Отменки или военки? Персия, но она, наверное, и не будет. Португалия, она тоже, наверное, не будет. Марокко, она тоже, Англия. Наверное, не будет. И Московия. Московия, Англия. Ты что не воюешь? А еще не воюешь. Были Англии. Виктор, я больше не хочу. Мне просто реально, сейчас присоединение вассалов идет. Я отстал от Европы по развитию. Я думаю, стоит остановиться. Так, Немо не хочет. Давайте посмотрим, насколько оправдано его нежелание воевать. Подробнее. Подробнее, да. Много восстаний. Жаба, нажрался, да? Ну вот теперь сиди с этим всем делом. Может кто-нибудь пройдет в неапольские территории Милана и начнет их захватывать? Не неапольские, давай, а неаполитанские. Ну неаполитанские. Так, ну вы понимаете, должны понимать, что Милан это яишко, так что Милан, удачи яишко, вам. Что? Да. А, Милана, и после этой войны уже там, если две провинции останется, это чудо будет. Ну, человек Витя, может продолжать играть за эти Милан две яишко, провинции. Если Милан яишко, можем его вообще расчленять как хотим. Витя, ну я честно могу сказать, что, ну скажем так, человек не знает, как выбирать себе союзников. Человек, да, нет, ему так, дали 8 провинций, на ничего, турки, турки, ничего да страшного в том, что вы кого-то раздеребаниваете, нет. Марокко принял такой дерибан спокойно. Я думаю, а у меня все равно все дипломаты заняты, я уже ни с кем ничто не разорву. Ну, Мэтт, 76 расширений, еще один хватага. Да. Я люблю хватать. Ты национализируешь? Октябрь. Ну, у меня, да, национализирую. Национализирую. 81-го. Франция. Что? Ты можешь 80-й? Фриулу. Ноябрь 79-го. Фриулу? Да. Фриули, может быть? Фриули. Мне хочется так это... Так он и так австрийский. Не, смотри, Тревизио. Нет, во время мира. Во время мира. Кастилия, да. Ты просто умрешь. Вот реально, я смотрел твое восстание. Московия, это еще рай. Фруля, это ладно, что тебя ждет. А, Виктор, у нас рассинхрон, походу, у меня нет восстаний. Ты я про восстание? У тебя нет восстаний? Подожди. Ну, у тебя нет восстаний текущих, но у тебя раз, два, три, четыре, пять, шесть, Рязань присоединилась, поздравляю. Семь Фриуля, сепаратистов, Австрии, и одни уже уходят. Ну, ок. Не, я не говорю, что ты с ними не справишься, я говорю про то, что слышишь, Франция? У тебя восстания будут. Может что, быть. И Венецию выделили. Ладно, я ничего не говорю. Ну, выделили Венецию. Две пробки. А, давай. Нет, 53 уже. Ну, Фриули обязательно, и еще можешь что-нибудь выделить, ага. Но не брать себе. Все? Ну, Фриули, короче, отдай Австрии. Подписал? И все дела. Нет, окей, сейчас. Подписал. Сейчас, погодите.
куда они паузу знают. 6-1. Я бы не отказался, если бы мне отдали столицу Савойи. А если снимают паузу, ставьте паузу. Никакой столицы Савойи. Отдаем одну провинцию, нам не нужны боты и сверхрасширения и все остальное. Вот, все. А, Испания, снимай. Польша, ты свои территории защищать собираешься? Сейчас закончим, как эту войну пойду. Угу. Все, пошлите, народ. А как у нас по времени, кстати? Еще 30 минут как минимум. Вас надо ввязать в эту войну, а то вы позаключаете мир и потом. Слишком быстро. Давайте этот народ, все идите в Сербию, разбивайте эту 21 тысячу и оккупируйте османов. Я у себя сам буду разбирать. Напоминаю, что Сербия — это горная местность. Но не полностью. Что? Смотрите там рельеф, всего 21 конечно. Тысяча. Смотрите рельеф. Кастилия тоже своей армии веди. Какие армии? Хотя кстати, нет, у меня Англия там... высадилась. Кастилия, mm-hmm. Англия, да, разбила. Надо мощь кавалерии защитить. Ой, вот разобьет. Ну, уводи. 400 не очков. Может. А, нет, отступить может, да. И на этом пока хватит. Опа-на! Хотя надо все закрывать. Думался колес садить. И что, у него сила флота больше. 24 корабля, блин. Не, ну у вас хорошая армия, судя по тому, что я вижу. Только не это самое, помните, что лимит снабжения не стоит. Да, в одной провинции не стоит. А что я отстаю? А, нет. О, у вас есть изгнанные армии. Что за ребята тут появились, а? Что за люди? Это, помогите, пожалуйста, что-то я вас задаст ему. Как армию создавать? Короче, тикайте, чувака. Армия. Да, давайте. Я понимаю, уходим. На гильдию. Так, а Франция, у тебя там черный флажок. Kick from server. Kick. Франция, почему у тебя черный флажок? Окей. А, сейчас, уберу армию обратно. Ты куда пошел, француз? Аккуратней. Да я развожу, успокойся. Все, ушли. По-моему, надо менять... А, у этой комнаты нет пароля. Да, я могу запаролить вашу комнату. Здесь, да, задолбали уже. Кто? Иностранцы всякие добавляются. Вообще непонятно, кто добавляет. Кричат Украина, Москва. Действительно, проходной, как проходной. Бургундские войска в авангарде стоят. Так, все, теперь к вам не пробьется. А никто. Как что, ты не поставил? Они разговаривают со мной только с тем, который на ноутбуке, у которого слышь, а может ты... Это будет самая идея. Вить, а может ты нам тогда пароль-то скажешь? Да, может ты нам пароль скажешь? 1-2-3-3-2-1. А, что-то жестко мы не запомним, давай что-нибудь попроще. 1, ты 2, опять 3. Хочешь увидеть этих чуваков? Они ж как-то 1-4-4-4 прошли пароль? Не-не-не, пароль в главной комнате они не... Короче, в дополнительных комнатах не работает мастер-пароль главный. А-а-а. Ну понятно, но они сейчас разговаривают с самым молчаливым человеком на свете, с рогатой жабой ноутбуком, которого даже звучит. Пусть пробивают эту стену, я там не знаю, что они ему говорят, если троллят, то они красавчики. Витя, да ты красиво просто. Кстати, люди, вы в курсе, что мы воюем еще с мамлюками? Да. И они же тоже где-то идут, наверное, я не знаю. Ой-ой-ой, литовцы, что натворили? Ну, а Литва, это искусственный интеллект, она и будет вести себя. Подобному. Кстати, чё, переходим в наступление, Австрия? Да, давайте, сейчас 13 тысяч французов. В общем, вы согласовываете свои планы, я посмотрю, что там врагу с другой стороны происходит. У меня, кстати, в следующем году уже пушки будут. Давайте попробуйте одну из армий замочить османскую. Пусть француз подойдет как-то, не знаю. Только вы все каждый, у каждой есть генералы, представляете? И везде двоечки. Я пока сдерживаю наступление Англии на мои земли. У них просто военные давай, традиции. Давай, Кастилья, ты с Англией тогда разбирайся. Ну да, но уже я разбил, полностью уничтожу ее 16 тысяч. Если Англия высадится во Францию, тоже твои... Это... Да, так, Московия, тебя на переговоры вызывает другая сторона. Я тебя перекидываю туда. Немо, не иди туда. Отказывай. Немо, не иди по-хорошему, да. Нет, ну... Вдруг он вам информацию принесет. Немо, будь человеком.
Нем, не верим, они тебя перекидывать, не перекидывать? Ну, перекинь. Но я, наверное, не буду никаких враждебных действий предпринимать. То есть ты не будешь участвовать? Слушай, это Московия. А что вы хотели конкретно предложить? Ну, против Польши повоевать. Ну, я, как уже сказал, я пока не хочу в войну ввязываться. Московия. Все? Что? Не, я еще готов обсудить их, это как его, можно я причины. Ну, валяй. Мне нужны две пробки вот этих зелененьких таких, финляндских. Даже одна... Новгородские? Ну да. Ну, теоретически это возможно. Опа, в Кастилии восстание. Это жест доброй воли. А кто восстал? Ну, я думаю, я подумаю. У нас еще где-то полчаса партии, и после игры, я думаю, над этим размышлять. Я вижу их, жапа. Меня ж вот плавно. Ну, в принципе, смотри, если я заберу Лапландию и две пробки Новгорода, то у нас вечная граница, что ли, останется в районе Финляндии. О, сейчас тут вообще замена. Я тебе могу, жесть. Знаешь, что я могу заменить этих провок? Уступить вот эту провку Ливу. Ну так а зачем Ливу? Полез? Ух ты ж, блин, еще и местность. Ну эту провку в Ливленде хотел забирать поляк. Ну, и очень сильно этого хотел. Ну, он разочаруется, скорее всего. Да, мне жопа. Почему тебе жопа? Смотрим. Крутая война. Не, осман эту войну проиграет. Если ничего не случится и ничего не сделает. Ну, Испания на ладан дышит. Отступай, осман. А чего ты до последнего стоишь? Отступай. Да. А мы когда заканчиваем? Через полчаса. Да, внутри. А, продлить этот игру никак, да? Ну как бы мы сидим уже 3 часа в целом. Поиграть-то без проблем. Играйте, смотрите. Тор, тебе надо было блять войну, я не знаю. А, блин, мир все. Ну я просто не знал, что поляк. Тебе надо было блять войну. Знаешь, кому тебе надо было блять войну? Надо было блять войну в Венгрии. Лёха, ты целую неделю агрил на себя народ троллингом. Что, я? Народ, нет, я про Леху говорю. Народ троллинга явно не понял. Сбился в коалицию. Ну а теперь что есть, то есть. Будут выносить в гробу с руками. По это самое. Покидывая золотые монеты, как ты там писал. Потому что Москве не хочет. Я просто не ожидал на самом деле от Нэма. Буду иметь в виду. Ну, да, Вы же понимаете, что понимаю, вот Влада... Ребят, я в принципе... Так и вы тоже. Сначала предупреждайте, потом воюйте. Тут только два... Да, надо как бы договоренности четко оформлять. И мин. Китай. Ой, мин вообще. Не, ну мне в общем-то тоже пофигу, но я обещал осману, ну ладно. В любом случае, каждый, защищать его, да. Кто вот я защищаю по мере сил. То есть, кто дополнительно участвует в войне, он может кинуть белый мир, и они будут обязаны его принять. Так что, если что, можете выходить. У кого там будут проблемы. Я пока еще могу. Да, разве так можно? По правилам, ну, вроде по правилам, да. Шерваны узбеки. Если... А что с фотом касты? Он почему-то без содержания вообще стоит. А потому что у него, видимо, совсем все очень грустно и плохо. Ноябрь, начнем весной. Обращайте внимание. Пусть подавится. Её тошнит. Какие вы добрые. А, учитывая то, что её тошноту поддерживаю я. Золотая арта. Если бы я не колонию, я бы тоже поучаствовал. Нет, и никто кроме. Так, я очень добрый, я помню... Ну, Шерван мне рано лопать. Друзьяшкам-мусульманам. А насколько вы сами? Так, Тор, а дай угадаю, ты так же само ко мне относишься, Тор. Да? Ко мне. Чё? Ну, раз подними-то. А. Мягкая зима. Кто там говорил про друзей это?
Друзья, что не, ну если ты примешь ислам и покаешься в своих грехах, то... Я покаялся в своих грехах, Никола я Штат и Санкт-Мишель. Можно, короче, Тор, значит, не нападай, сейчас, короче, нужно обороняться. Я сейчас... Сейтесь кучу и идите, короче, вот, идите... Опа, у него еще одни восстания. Фанатики-сунниты. Кто там суннитов спонсировал? А это не я. Давайте начнем. Ой-ой-ой-ой-ой. Кастилия развал. Почти не, не развал, она справится. Она справится с этим. Ну, знаешь, это сильно мне прибавит во времени, сколько мне удастся заколониться. Вот эта война мне просто спасительна. Не, на самом деле, то, что они сейчас захватывают, они просто... О, у нее еще... Ой, сепары восстали, чувак. Хочешь сказать, мне повезло, Дика? Ну, португальский сепаратист, если Португалия, они сейчас... Не буду я объявлять, я уже был в Америку, чтобы там войска. О, мне... Лол. Чё могу сказать? Ну... Кастилец, это, как там, едино на украинском будет, кто знает. Едино. Единость. Да. Унитарное государство Кастилия подавилось. Боже. Жаба, знаешь, что у меня опять будет приз? А, его здесь нет. Ребята, мне нужно срочно повысить легитимность. А кому? Задонать. Пожалуйся мне тут, я уже всю жизнь живу с легитимностью один, понимаешь? Как? Ого. Это кто такой? Это вообще легально? Это легально, хотя это нелегитимно. Очень нелегитимно. Каждое вот это. Так, этих ребят надо ловить. Повышает у них этих тоже. Сепаратизм, если не ошибаюсь. Кастилию штормит. Посмотрите, как Кастилию штормит. Да пускай штормит, нам же лучше. Значит, кастильские войска где-то у себя. Да, я Марокко. Я не могу принять предположение, то, что у меня полностью. 4 из 4. Блин, у меня вообще нет нас. А. Кого у тебя нет? Легитимность. Ну, я сейчас придумаю что-нибудь, подожди. Так, от кого мне избавиться? Зима. Проходи. Ой, уже. Девяносто 8% экстремизации. У кого? Пермь ушла куда-то. Не ушла, а это он типа по военке. Почему 4 из 4? Ну да, 7. По военке нас всех. А, понятно, проход через Армуз. Точно, точно. Костеля, кстати, справляется. Марокко, кидай мне этот брак. Бейте Бургундию. Срочно. Так, не успеваю следить. Бура убить надо, пока они еще не это. Повысилась легитимность? Меня? Интересно. Она повышается со временем. Посмотрите, она что армия его стоится. Он физически столько армии держать не может. У него там, наверное, минус просто дичайший. Либо он попросил, чтобы его поддержали. Ой-ой-ой. Ребята, как там у вас война? Нет, Кастилия, кстати, справляется. Минус этих повстанцев. Смотрите, они по моей территории ходят, португальцы. Ха. Ну, пускай ходят. Минус этих повстанцев, потому что они не объединяются в единую армию. Макс, напали на твою армию. Ну тогда ты что, дошел? Это он напал. Я туда не шел. Народ, француз сейчас потеряет весь свой флот. Хорош. Да ну, где? Посмотри на Корсику, Сардинию. Мне не видно. Да сколько сейчас же их? Сейчас я возьму Сардинию, и о, его флот будет там на мой. Отлично. Так, тут я гляжу, уже и мин происходит. Случается. Смотрим, со всех сторон осматриваем. Что там у мина? Узбеки, конечно, опасны. Ребят, мин на самом деле так. Имба. Ребят, Англия полностью выполняет свой долг, она заблокировала флот Каста и сейчас разобьет флот. Жаба. Да. Можешь посмотреть, что там указано? Ну, Анисим Полецкий, тащи. Я не выполняю подобных заказов. Понимаете, что это против правил? А, да.
Хотя бы просто посмотри на закрыто. Ничего не говори, ладно? Ничего не говори тогда. Ну, я посмотрю, что у Костили происходит. Мне просто дико интересно потом на это посмотреть. А, на видео посмотреть? Ну, да. Сейчас. Хотя бы так. Посмотрел. Ну, плохо, Костили, что тебе сказать? Я рад. Ты хочешь смотреть, как она давится и подпёркивается, которую тебя зовут жестокая Португалия. Это казнь, этих 10 казней, переедание, обжорство карается. Жестоко. Может мне увеличить содержание ее поставки? Увеличивай. Ты жестокий. Поддерживай. Тебе говорили? Мне я сейчас поддерживаю ее повстанцев на минималку, вообще на самый минимальный из которых есть. Больше. Так ты знаешь, что вообще-то что твоя я поддержка творю? Никакой особой роли не играет. Там и так. Да, да, да. Охренительно просто. Оу, шведов гражданская война. А как ее заработать, кстати, напомните? Чтоб легитимность все было плохо, меньше 75. Ну что могу война. Сказать? Я так понимаю, это нет, а у шведов по-другому не могло быть. Шведы вообще хотели бы, если Кастилия сама виновата в своих бедах, то шведы в какой-то мере вот насчет гражданской нет, войны. Я буду. Понимаешь, почему гражданская война? Потому что мало и легитимность. А легитимная мало из того, что я против Дании воевал, типа нарушил его сами договор. Ого. Тося, спасибо. Ёлки, 20 000. Так, ладно, что-то слишком много Костили, которые в вашей войне не участвуют. У нее, кстати, повстанцы уже воюют друг с другом. Да, это я надеюсь, что у меня Богомила поддерживал, да? Да. Ну вот я тебя поздравляю, ты помог Костили. Спасибо. Спасибо? Нет, ну я имею в виду, констатирую факт, что Сет на самом деле не проявлял агрессию против Костили, а на самом деле помогал Костили. Сет, как всегда. Сет, это давай этих, как же его, суннитов поднимай свои. У меня уже денег нету. Ох ты ж, блин, жесть. Что там у тебя? Костили, французов разбили. О, еще, Там Австрия, я уверен, что там у Австрии огромные минусы по деньгам, потому что... Ну потому что. Ну ты же воюешь не с Австрией. Ну какая разница? У вас требуют огромные долги. Ой-ой-ой-ой, как же они проседают. Это в холмах, и у них такой. Блин. А там еще, они еще через реку пошли. Боже мой, но минус 2 у них. Я вас обожаю. Не-не-не-не, они выиграют, там еще помощь идет. У меня два восстания друг друга побили. Изи. Степи. Давай. Луга. Может быть, успеешь, и это перевернет. А через меня здесь повстанцы ходят, как война легко. Кончилась. Нолики падают, одни нолики выпадают. Давай, тащи. Да, тут такое у вас лютое сражение. Жапа, кто побеждает в этой войне? То есть... Ну, пока ноль. То есть пока ровненько, ноль. Да? Не, все, это да. Без вариантов. Вы хотите сказать, война была обоим невыгодна, по сути дела? Я вообще не понимаю, зачем здесь участвую. Это Осман сказал? Нет, это Мамелюк. Так, Осман отступает. Ребята, давайте отлучу Австрию от церкви, я могу уже. Давай, отлучай. Стоп. Блин, стоп, бедная стоп. Австрия. Нефиг. Стоп. Что это за провинция такая? Я выстернизировал. О, Златоордынцы. Я точно напишу. Умер, потому что помогал. Я так понимаю, у вас там напиши альтруист. У него очень жесткий пересорт по армиям, я точно знаю. У него не может быть столько армий. И мамлюков тоже то же самое. Скоро можно будет писать. Нет, не скоро, но тоже. Мамлюк, если что, я тебе денег дам. У меня сейчас под косарик. Да, у меня вообще 2000. Вот. Кому там так много денег? Нет, дайте, вы не рассчитываете, что Швеции, вы вообще супер-пупер нагибаторы все такие, что одна, что вторая сторона. Воюйте, давайте больше экшен. Жаль. Мне кажется, война это не стоит свеч этих. Потому что обоим нанесете. Жесть, они нас выигрывают. Защищать их. Ну, стоит ли она свеч? Ну сейчас мы посмотрим, чем она закончится. Нет, я имею в виду, что война для обоих. Пока она на территории османов происходит, она вроде как в...
этот самый, плюс османам пойдет, потому что быстрее ты восстанавливаешь рекруту. Но чем больше будет оккупации, тем, конечно, больше будет страдать осман. Но не, пополнять не войска будет тяжело. Денег у меня пока достаточно. Если что, мне еще могли подкинуть. Я надеюсь. Но... Так, вот я... Ну, если я закончу, но да. Если мы сейчас закончим снимать эту серию, то я уверен, что к следующей субботе вы договоритесь на Белый мир или что-то такое, поэтому продолжайте. Мне так, выгода, у меня просьба. Хлеба и зрелищ народа. Так, жаб. Да, персик. Перетащи меня и Немо в отдельную комнату, где нет никого. Хорошо, а что ты хочешь? Ну, хочу поговорить немного. В Англию перетащу. Ну, куда угодно. О, новый император, Нику. Ребята, о, гражданская война у тимуридов. Подскажите, какую вторую идею брать? Да, где там... 30 000. Немо, слушай, ты... сильно не кушай, пожалуйста, узбеков. Потому что они мне будут нужны для покорения... соседушкой, там тимуридов и нагайцев немного хочу побить. Ну, как получится. Ну, просто я хочу опустить нагайцев на бабло, а сильный узбек — это все-таки второй фронт. А дальше можешь их жрать сколько тебе будет угодно. Жесть, 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 жесть. Золотоордынские. Узбеки там, конечно, разрослись, но я еще и войну начал, что называется, бездарно. Теперь надо расплачиваться за это. Давайте-ка я к османам с вами. Так, Космо Немо, я возвращаю, чего его все бросили? Я тебе Немо, кидаю морок. Ты не против, что я тебя возвращаю? Тебя сюда или куда-то в другое? Это чисто в мусульманских редисках. Не против. Хорошо. Все воюют, давайте посмотрим, что там у Немо. Знаешь, что я сейчас буду делать? Зап. Что? Буду специально сгибаться. Где твои колонии? Я претендентом сливаюсь. А, чтобы у тебя решилась проблема? Там, ты посмотри, какой там претендент. Ай, что я творю? 1-5-5, неплохой очень. Сильные претензии. Карл. Карл. Сильные давай, претензии, давай, на помощь. Карл. Так, давайте посмотрим. У нас еще. Османы, походу, первые, да? В первый на что? Забеге. Ну вообще у них первый, затем мин идет. Мрак. О, восстание опять в Кастилии. Да, Кастилия, там трабла большая. Все ясно. Ну, у них там, кстати, реально. Может, просто сам виноват. Да, а зря что Ларандикус ливнул? У него сейчас вообще идеальная ситуация. Его а он забуртил нас. Ну, я думаю, что... Чё? Он вернется. У него Милан должен вернуться. Тут такое уточнение. Может ли Польша требовать моей территории? Или нет? Найн. За что? У нее счета нет. А? Нет, не может. Ты можешь белый мир ему.
послать, и он обязан будет... Ёлки. Подождите. Да? Тогда можно я так сделаю? Подождите, потому что это ж тебе счёт. Польша, Австрия, Брабант, Бургундия, Литва, Молдавия, Сардиния. Подождите. А, совоющая сторона, а ты галочку не нажимал, так, да? Нас нет. Разбили. Тогда давайте так. Давайте встречаемся в Скандинавском Союзе и паузу нажмите. Сейчас мы это обговорим. А уже нечего обговаривать. Так паузу зачем? Все уже? Да. Белый мир? Хорошо. Да. Все уже все, что ли, прекратили? Нет, война продолжается, просто Белый мир. Между кем? Между Швецией и Польшей. Англия только разыгралась. Ну так Англия продолжает или что? Просто я в этой войне ничем не помогу, а вот мои пробки захвачены, они шкапают вам как минус. Войне. Нет, но счета ты, конечно, убавил. Да, я счет убавлял, понимаете? Вот нет, проблема. Я имею в виду убавил в негативную сторону, а не в позитивную. Да, еще хуже сделал. Подписанием, да. И новенько. Ну ё-моё! Ну, если вы и дальше будете вести такие войны, я имею в виду от обороны, то, конечно, очень пострадают ребята, потому что теряют они в два раза больше. Ты просто зайди, посмотри на мою страну, я офигею просто. Ты красавчик, они так ловко. Я представляю, какие у них минусы сейчас уже. Ну, на самом деле еще небольшие, у всех еще есть запас прочности. Знаешь, ты просто это. Тяни войну, ты-то после этой войны выживешь, а вот они серьезно пострадают. Я вот не знаю, может полякам Белый мир вообще предложить. Не знаю, согласиться они. А че вы вообще воюете армиями до конца? Отступать вас не учили? Нет, ну, есть же риск того, что. Не, конечно, надо на своей территории их встречать. 90 тысяч, нет, не шокнут. Ну а че? Они не шокнут, такую армию они не могут шокнуть. Так, почему эти шведские претенденты никак не хотят подписывать? Перенеси меня, наверное, в другую комнату и пригласи туда поляка. Хорошо. Ваши переговоры, окей. Вы только гляньте на Испанию. Чё, она сильно разваливается? Вы только гляньте на Московию. Хах. На кого? Испанию. Испанию, попилили Испанию. Логично. Нет, ты так не пугай, чувак. Попилили, это значит ее выделили. А да так... сепаратисты просто ее распиливают. Это знаешь, ну, это в череду распиливают. Ложь. Да, мне лучше. Мне так, дольше жить. Хорошо. Марокко и нам дольше жить, меня спастись побыстрее, Марокко укрепиться. Так, где? Я сейчас у муслимов, да? Да. Торн, ты здесь. Как там у тебя по войне? Ты говоришь, что вроде как понял, что проигрываешь? Это кто к нам зашел? Это Мамлюк. А. Ну, просто смотри, да, они говорили, что на Белый мир. Вот. Я, в принципе, и там согласен, но так и сказал, что так как я выполняю обязательства с Мамлюками, что я защищаю их земли, а я защищаю твои земли, ну, по мере сил. Вот. А, ну вот, собственно, все. Отлично. Я тогда пошел домой. Иначе. А что ты там? Албания, Болгария... Ух ты ж, ты это серьезно? Лол! Ты это что серьезно? Кто? Осман, зачем? Осман, ты ёб... А что такое? Да ладно, он ничего не мог сделать. Ну как Осман, так? Осман, ты просто... Я не знаю. Ну это ведь вообще... Осман, а что ты такое? Молодец. Ну вы посмотрите, как распилили. Ну я не вижу просто. А, ну он Осман... выделил Албанию, Болгарию. Он выделил Болгарию. Болгарию и какой-то хрень. Да она. Он их потом схавает. Слушайте, у меня точно такая же самая ситуация была. Я выделил Эстонию. Осман, Франция не заключает ничего. Вы хотите выпилить ее все-таки? Я сейчас десант буду делать. Космо. Территорию. У нее сейчас все равно нету армии, у нее вся армия за границей. Космо. А Каста теперь не воюет. А с Кастой что? Кастой сделаем там. Ты задавай вопросы, не причитай. Не, ну ты должен ответить. Я не люблю. Ну, я здесь не научен просто пустое место вопросы задавать. Чего изволите там? Или что-то такого. Ладно.
Это, так что, мы договорились насчет Новгородских пивов? Ну, мы будем договариваться. Я тебе могу выплатить. Ребят, а пауза почему стоит? Мы закончили или как? Мы еще продолжаем. Договорились насчет этого? Англия, ты что? У меня нету дипочков сейчас, подожди. Кто я? Ну, вообще, с другой стороны, осман сам виноват, но... Осман не нарушал правила, поэтому перезаходил. Я не нарушал правила. Ты не нарушал правила, но ты не читал все, что предлагаешь. Да, а меня это не должно интересовать. Он не должно интересовать. Должно интересовать. Он не имеет, но... Я вот читал, что мне Швеция прислала, мало ли она мне потребует тиктонов выделить. Перезаходим. В общем, скажите Я извиняюсь, а что случилось? Что случилось? А почему перезаходим? Кастилья предложил Осману мир с выделением 5 вассалов. А Осман, из того, что был в переговорах, он просто нажал ок и все. Я предлагаю, я считаю, что это не стоит перезаходить. Стоит. Во-первых, по правилам мы вообще Кастилью можем нафиг кикнуть. А во-вторых, Осман, конечно, сам виноват. Но у нас либо сейчас вылетает из игры Кастилья, мы продолжаем, либо мы перезайдем и все останутся в... Пусть сохранится, посмотрим. Пусть Кастилья вылетает. Пусть вылетает Кастилья. Что я знал? О, подождите, нет, подождите. Выходи, лучше выгнать Кастилью. Да, я согласен, выгоняем Кастилью. Выгоняем Кастилью. Какие вы злые. Перезаходим. Они не по своему судить. Значит, перезаходим. Никого не выгоняем. Наглая. Когда-то я ее замучу. Витя, ты признайся, что его стоит оставить в партии только за его пронырливость. Конечно. Минно, не старт. Я хочу, чтобы он мучился. Подавлял вас. Я не хочу, чтобы я мучился. Дайте мне уйти. Я буду его даже со временем мутить. Но он, ребят, либо у нас кикаем мин, либо... Подскажите мин, что... Согласен. Либо вообще мы кикаем мин, либо он стартует. Мига, давай... Стартует. Илья, давай, нажимай. Это чем быстрее, тем все. Тем лучше. Слушай, отлично. Может, он ближе к нам перебраться? Да куда вам уже? О! У мамлюков появились ивенты. Поздравляю. На читере. Поздравляю, мне нет. А меня не опа, занял. Опа, сколько ивентов. Вот, 300 еще золота. Один. А на сколько мы откатились? Назад. На сколько мы откатились? На месяц. А, тогда ладно. А, нормально. На месяц? А. Надеюсь, мне дадут стабильность. С февраля на январь. Все, закидывайте. У вас идет крупная битва, и вы сейчас можете сэкономить ваших наемников. Нет, мы ее выиграем. Число админочки идеальны. Блин, ну реально, да. Это что-то странное с... Ох. У Англии тоже ивент пишет. Ребята, 3, 4, 5, 6, 7 ивент. Никто не вылетел? Это. Я остался, потому что у меня вылетело. Белый мир? Окей. Тихо, подождите, и немного ивента. Давайте ивенты сделаем. Так, это, в Москве я сейчас проворачиваю договор. Польша! Эй, кто убрал паузу? Да, что? А? Разорви союз с Бургундией. Ай, Бургундия, хомячок, набралась союзов. Потом, я пока не могу вассалитет отменить. А, у тебя война, ясно. Да просто, это еще срок не истек вассализации по военному договору. Ты будешь страдать так же, как и Кастилья. А что он натворил? А, ну скорее всего. Да те же самые причины. Хватит жрать. Жадность. Жрём, да, и не толстеем. Жадность. Давайте мы хотя бы чуть-чуть еще поиграем. Подождите, давайте вы заключите ваши миры. Заключили уже все. Все, да? Да. Так, Австрии надо уходить. Да. Ну и все, да. Заканчиваем, ребята. Все, пауза. Ты стоит? Можешь продержаться еще полчаса? Ну хотя бы 5 минут. Нет, могу максимум. Сколько? 5 минут. Ну все, 5 минут, отлично, продолжаем. Это Персия! Эти подождите, я свое. Свой попробую мир заключить. Почему у мамлюков не двигаются армии? Там не только у мамлюков, у меня тоже. Сейчас замочек сейчас закончится и пойдем. Там надо, чтобы мораль немного поднялась. Сейчас там все помогут просто солдаты от истощения. О, служение.
А ты что, проиграл войну Белуджистану? А если не секрет, чем мировая война закончилась? Белым миром. Просто разошлись. Такие... Просто почему? Это 1480, я думаю, вы еще лет через 20-30 война, Витя, война длилась 4 года, с 1476 по 1480. Ребята, как будто до сих пор война идет. Запишите кто-нибудь это. Да, она длилась с июня по январь. Это историческое событие. Витя, ты просто зайди, посмотри, что сейчас со мной творится. Ребят, кто с кем воюет сейчас? Я со всеми в мире. Я воюю с Голландией. А я могу сейчас объявить войну в Сирии и отобрать половину территории? Сука. Давай. Полный ужас. Давай, бомби, бомби. Больше бомбежки. Франция, мне нужна твоя помощь. Помоги, братишки. Уф, ёлки. Ого. Франция, дерзкий ход. Франция где? О, тебя это не спасет. Наконец-то первая реформа проведена. Кстати, австрийцы тут? Да. Тебе ничего не помеш... Опа, не по... Так. А, ой, ребята. Ясно. Да. Ланса, где твоя армия? Че это такое вообще, ребята? Ланса, пригласи меня тоже. Ланса, где твоя армия? Так, а кто... Не здесь. А чё вы воюете? Это что за война такая? А я не слышу. Военный союз Голландии, я не знал, что ты с ней воюешь. Черт возьми, что за хрень? Франция, ну, прощай острова, скажи тогда сразу. Что прощай острова, если я не видел, что это ты твои проблемы. Можете парадку заключить, если хочешь. Заключайся, Каста, парадку. Как-то? Так, ну вы помните, что вы все полки в одном банке? Ты живёшь, тут смотрю тебя постоянно. Это оборонительная война. Витя, раскидаешь по комнатам? Франция может сепаратку заключить вообще. Так, просто да, проблема. Либо кстати, да. Франция сепаратку заключает. А что случилось? Франция сепаратку может по умолчанию заключить. Здесь без Португалии я тебя подведу спокойно. Это что, я с Францией воюю? Ё-моё. Стоп, что там? Франция, ты можешь просто кинуть сепаратку по Франции. Либо я тебя пилить буду, либо я сепаратку. Ничего, взять по миру с Францией. Кидай я тебе сепаратку. Пилить у меня будет. Пилите! Три пробки, знаешь. А зачем мне три пробки? Я кое-что другое могу с тобой сделать. Нет, ты ничего не можешь сделать. Ты ничего не можешь сделать. Ты можешь забрать три островные провинции. Он и острова не может забрать. Ты не цель войны. Максимум может расторгнуть союз с Голландией. Подождите, напомните, какие три островные провинции, если у Франции только один островок? Сардиния, Корсика, Сардиния. А, понял. Балиарские острова, Сардиния, Корсика. Так, что и у кого еще интересное происходит? Австрия. Кастилия, веселая страна. Австрия, будешь свои войска забирать, нет? Они все на замочке. О, Португалия, поздравляю, красава. А что Португалия сделала? Не полите контору только. Не, ну скажите. Да нет, уже можно сокататься, на наверное. Колония? Даже... Да. Ура! Ура! Португалия французила Кастилию и сама пошла в колонии. В общем, накормила ядом каким-то Кастилию. Не провинция, а какой-то яд. А что они хотят, да, кстати? Да. Что, кто? Эти твои претенденты. Войти на престол. Какого-то там своего короля поставить. Арагонского. Сейчас скажу, какого. Демо, тебе помощь надо против золотых? 0-0-1. Ставь. Я не буду так. Ставь, ставь его, ставь. Не, ну 0-0-1. Я вообще надеюсь, что в помощь Франции. Кто-то умрет с надписью «Он помогал». Франция, я очень сильно надеюсь на твою помощь. Смотрите на красивую, на красивую. Черную Австрия, как только у тебя будет нормально все с деньгами, нападаем на Багдад. Это лично 10. Ну ладно. Посмотрите, я все еще являюсь папой римским, я не могу понять или нет. Да, являюсь. Почему? Ну вы можете помочь Австрии деньгами. А почему у меня не горит вкладка «Святейший престол» тогда, к остальным странам? Как раньше. А Австрия, что ты платишь своим армиям? Как бы ты плохо ко мне относишься, Осман. Я про то, что ты же можешь решить проблемы с деньгами, если так, ты не будешь. Так я же не плачу уже ничего. Ага. Это на следующем месяце изменится. Ну нет, я уже сейчас с конца войны. Не знаю. Ну у меня показывает, что... Может ты просто право прохода возьмешь? Персия! Кастилия, а может кто-то знает, на каких условиях да, претенденты наконец-то согласятся, но подпишут типа мир.
А, я понял, это у меня. Когда полностью захватят твою страну. Да. Да, претенденты, которые дай захватывают страну. Я уйду. Жить в Москву. Я уеду жить. А, все, сори, Австрия. Это у наблюдателя авторские бывает такая права. Проблема, когда он не. Действительно, а сейчас будет включить эту музыку. Догоняй, догоняй, Франция. Ой, знаешь, такой, я тебя могу и план побега от шведской армии. Да нет, пожалуйста, посылай, помогай лучше. Франция, я бы на твоем месте так и сделал. Подождите, чего вы все сразу включились против меня? Один веселый раз сделал, ну два веселых раза. Ты, между прочим, в своих всех проблемах виноват исключительно. Ты их делаешь, понимаешь? Вот если бы, ладно, они ты у тебя случались, но ты их делаешь. В нашем мире это называют мастер-ломастер. Три навалилось, виноваты. Путин! Вот зачем тогда им тебе помогать, раз ты их делаешь? Ну типа мы друзьяшки, няшки. Мы друзья! Мяс, мяс. Крым наш. Ну, я думаю, если бы не Кастилия, Османскую империю задавили бы уже давно. А так бездонная яма у вас там есть? Оо, Бургунди, верни в церковь. Собачка. Чё случилось? Бурга стала папой. Англия. Верни мне. Сгоняй Англию сразу, давай. Англия. Бургундия, поздравляю, теперь берулись. Ты батька. Так, давай, сгоняй. Хозяин, что делать? А ты как? Меня верните. Сумасшедший дом. Англию отключай сразу от церкви. А для этого дипломат нужен? Да. Нет. Ну, тогда надо ждать. Если ты сможешь стать до конца перемирия, то еще кидай порти. Скорость. Не рассчитывай. Бургундия, ты так как нанял. Он просто возьмет и кинет. Такие... Что не рассчитывай, блин. Она долги не сможет кинуть завезлый. Мне отлучение, если что. Откуда у тебя такая? Попробуй, ну, я вообще-то, ну, в войне с Османом, ну, я был главной силой поддержки. Первой скорость, но пожалуйста, 8, дайте. 8 усталости от войны, я не сила поддержки. Бурга, а, ты что, у меня у меня было восстание этих еретильков, и я его принял. Не красава. Знаю. Хорош. Событие, у тебя была усталость, да, от войны? Правильно. У него зато пушки были, в отличие от Османа, если что. Да, у меня... И они зарешали в битве, а при, сейчас это, скажу, кстати? Где эта битва была. Битва при Требине. Это великая битва, тысяч на 100 тысяч. Если считать номинальные числа отряда. Кого там отлучать надо? Нет, Англия. Только не претенденты. 5 месяцев. Англию. Меня отключи. Англичане не улучшают отношения с папой. Жаб, отлучай. Жаб, ты меня слышишь? Я тебя вижу. Ты отлучил Бургундию. Тут такое происходит, что это просто жесть. Нет, ну все, давайте уже все, я больше все. Крайне коняк уже все. Франция, зачем ты сражаешься за его территорию? Меня 100% уже. Мне так проблемы хватает. Хорошо, кого там надо было вернуть? Меня. Австрию верни. Поздравляю. О, да. Наконец-то. 95 легитимности. Но ну, престиж тебе их будут режеть. Ну престиж быстро восстанавливается, если честь легитимности. Чё? А ты уверен, что с этими, со своими восстанами ты хочешь воевать с ними? Призывай. А ты кто? Англия. И что ты хочешь? Вы чё решили там? Я хочу Канары. Нет. Канады хочешь? Ну тогда повоюем. Тупо разбить тебя. Кастилия, отдай ей Канары. Канары это где? Это где-то там. А, возле Африки. Теперь интуиция у меня подожди, жаба может. Жаба, поздравляю, ну, теперь я тебя буду ловить на этих, на переходах. Нет, не надо, не надо. Жаба. Канары будут целью войны. Канары будут целью войны, мы ничего не знаем. Виктор. Не надо. Поздравь меня теперь полностью. Ну хорошо, я не буду. Так. Давайте заканчиваем. Давайте кого? Португалию поздравить? Да, теперь у меня тут шесть колоний. Люди Австрии, надо идти. Давайте заканчивать. Да, давайте уже заканчивать. Ты все сохранишься. Подожди, Англия, ты не можешь, потому что я не своющая сторона. Да я не хочу тебя Канары забирать. Так что все, Канары твои, пока я тут не разберусь. А у меня просто не хватает этой дистанции. А какая война-то? Кастилия, за что война?
Я воюю с ними. Кастилья не войны. Цель войны, блин, какая? Ну, типа, займ позицию Зеланд.